Медиаграмотность – это комплекс знаний и навыков, необходимых для эффективного использования средств массовой информации. Это включает в себя умение оценивать и анализировать информацию, разбираться в технологиях ее распространения, понимать основы медиаэтики и уметь создавать и распространять контент. Особенно важно владеть медиаграмотностью в эпоху цифровых технологий, когда каждый человек может стать издателем и размещать информацию в интернете. Недостаточная медиаграмотность может приводить к заражению компьютера вирусами, краже личных данных, пропаганде недостоверной информации или дискриминации людей. Поэтому медиаграмотность – это не просто желательное качество, но и важный навык в динамичном информационном обществе. Медиаграмотность в школе – это тема, которая в настоящее время является актуальной и принципиальной. В современном мире, где информация становится все более доступной и разнообразной, медиаграмотность становится одной из важнейших компетенций для всех людей. В связи с этим школы должны уделять большое внимание обучению медиаграмотности своих учеников. Медиаграмотность включает в себя знание основных понятий медиа, умение работать с разными медийными форматами, критического мышления, умение ориентироваться в информационном пространстве, умение защищать себя от негативного воздействия медиа. Кроме того, медиаграмотность также включает знание основных законодательства в сфере медиа и умение использовать медиаресурсы в соответствии с этими законами. Школы должны уделять особое внимание вопросам медиаграмотности на уроках информатики, литературы, обществознания. В рамках этих уроков ученикам должны даваться задания, связанные с работой с медиаресурсами, а также с анализом информации из медиа. Ученики должны учиться критически мыслить, анализировать информацию, оценивать ее достоверность, оказывать сопротивление негативному воздействию медиа. Кроме того, в школах должны проводиться дополнительные мероприятия, направленные на развитие медиаграмотности учеников. Можно организовать тематические конкурсы, мастер-классы, лекции от экспертов в сфере медиа. Такие мероприятия помогут ученикам узнать больше о медиа, развивать свои навыки работы с медиаресурсами и повысить свою медиаграмотность. В итоге медиаграмотность в школе является важным фактором развития современного общества. Школы должны уделять большое внимание вопросам медиаграмотности и обучать учеников всем необходимым навыкам и знаниям, чтобы они могли стать полноценными участниками информационного общества.